ждете новые сюжеты, у вас есть интересные видеоматериалы, присылайте их на электронную почту subscriber.tt@gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. В производственной программе акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» появились новые модели полностью низкопольных трамваев 71628 и 71648. Трамвайный вагон серии 71628 – одиночный четырехосный, а 71648 – трехсекционный восьмиосный. И если вагон серии 71648 пока существует только лишь на бумаге, то трамвай модели 71628 вышел на обкатку в городе Усть-Катав. Новый трамвай стал первым полностью низкопольным четырехосным трамвайным вагоном производства АО УКВЗ. Хотя проект аналогичного по концепции вагона под индексом 71625 завод подготовил намного раньше, но он в итоге ушел от Усть-Катава и лег за основу при создании трамвайного вагона 71911 от ПК транспортной системы. В итоге до сего момента у Усть-Катава не было своего одиночного полностью низкопольного вагона, что ухудшало его конкурентные возможности. В трамвае модели 71628 будут установлены мультимедийная система, оборудованы Wi-Fi и USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Одной из главных задач при создании нового вагона была оптимизация соотношения цена-качество. Большинство комплектующих для нового вагона производят в родном для УКВЗ регионе – Челябинской области. Металл для завода поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Пластик и двери делают в Юрюзане. Тормозную систему и платы управления в Златоусте, электрооборудование в МИАСе. Планируется, что трамвай также будут испытывать в Челябинске, куда он должен поступить в конце января. В течение 2 лет Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Москву 90 подобных трамваев. Об этом 15 января сообщил ТАСС. АО УКВЗ и торговый дом «Синара» транспортные машины подписали контракт о поставке в Москву в рамках контракта жизненного цикла 90 односекционных 100% низкопольных трамваев, отметили на предприятии. В УКВЗ уточнили, что поставка начнется в 2021 году, окончание контракта в 2022. Напомним, что группа «Синара» выиграла тендер на поставку 90 односекционных низкопольных трамваев для Москвы. Предполагалось, что это будут трамваи совместного со «Шкодой» предприятия. Потом было объявлено, что «Синара» будет поставлять в Москву вагоны модели 71415 «Урал-Трансмаша». В итоге в Москву прибудут новые трамваи модели 71628.